И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на очередной подкаст по новым ливреям, новым машинам сезона 2020 года Формулы 1. На сей раз у нас Вильямс. Вильямс представили свою машину сегодня, 17 февраля, и, в принципе, по ливрее она мне зашла. Не знаю почему, но мне она реально вот понравилась. Ливрея чем-то мне прям очень напомнила флаг России. Да, наш триколор. Но и, в принципе, на некоторых скринах мы можем видеть прошлогоднюю машину, на некоторых скринах, как я понял, машина как раз-таки 2020 года. Это можно, даже можно, наверное, понять по боковым понтонам, потому что вроде они были немного другой формы, но это уже вы, наверное, напишите в комментариях, я в этом не силен. В принципе, ливрея белый, синий, красный, с большим роки там на боковине, по носам на черном цвете, ну и не хватает еще сортира. Ладно, в принципе, Вильямс как Вильямс, не знаю, поедет или не поедет, но мне прям кажется, что бы они ни меняли, вот как бы они ни пытались вернуться хоть в какую-то борьбу, они все еще будут в перде. Да, мемы происха в самом деле. Ладно, в принципе, напишите свое мнение в комментариях по поводу данной ливреи. Все, наверное, надеются в комьюнити Формулы 1, что они наконец-то поедут. Наверное, только, наверное, хейтеры говорят, что Вильямс сдохнет. Потому что, ну, все же мы хотим плотной борьбы, верно? Верно. Значит, надо, чтобы там было больше болидов, а значит, нужно два Вильямса. Там у нас поедет Латифи и Рассел. Ну и, в принципе, очень интересно сделали 63-й номер. Это вроде у Рассела, он как раз-таки 63-й, если я не ошибаюсь. Они типа сделали его не в одну линию, а как раз-таки в две линии. То есть вверху у нас, грубо говоря, шестерка, снизу тройка у нас. И это, в принципе, выглядит как-то не очень, потому что, ну, я не очень-то и понял с первого раза, если честно, что это 63. Я думаю, что это какое-то месиво. Вот шестерка выглядит как шестерка, ладно. Розберга вспомнили все. Ладно, на этом я, наверное, буду заканчивать. Отпишите свое мнение по поводу этого болида в комментариях. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.